У Гомелі стартаваў летні футбольны кубак пад эгідай руху дваровых гульняў. Арганізатары запрашаюць да ўдзелу ўсіх аматараў, незалежна ад полу і ўзросту. Турніры праводзяцца кожны тыдзень па панядзелках і аўторках на стадыёне школы нумар 12. Спаборніцтвы праходзяць у дзвюх узроставых катэгорыях – да 14 гадоў і ад 15. Удзельнічаюць каманды па 5 гульцоў. Пасля кожнага паядынку усім гульцам налічваюцца балы. Для того, чтобы отвлечь ребят от планшет, этого телефонов, да, и на самом деле для популяризации здорового образа жизни мы все это и делаем. Система фестивалей продумана именно таким образом, чтобы ребята включали сразу и шли до конца. И те, кто максимальное количество раз будет участвовать, те, естественно, у тех, естественно, будет преимущество. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что есть ребята, которые уезжают куда-то, но им же тоже интересно. И на самом деле многим интересно играть не ради очков, не ради побед, а ради, на самом деле, тусовки и движа. Спаборництво проводится другие годы. Запар. Минулым летом до турниру долучилася каля 130 аматоров футболу. У планах и иншие спаборництвы. 8 липеня стартуют воркаут-батлы, 9 липеня запланован фестиваль по алтимат-фрисби, 11 липеня летний стритбольный турнир.